Да, без моих советов люди не делают ничего. Я всех спасла. И мне прям так стыдно и перед отцом, и братом, и сыном, и всеми моими соседями. Вы серьезно? Все люди занимаются сексом. А у вас вообще есть дети? И чем вы их делали? Или вы размножались почкованием? У вас вообще есть вагина или половой член? Или вы как размножались? Или у вас детей нету? А почему мне должно быть стыдно? На соседей мне вообще похуй, если честно. А что касается моих родителей, детей, я своих детей так воспитывала, что они у меня знают с самого рождения, откуда дети берутся. Они знают, что это самое высокое, что есть между женщиной и мужчиной, интимная близость. И от любви рождаются дети. Я именно так об этом рассказываю. А если вы преподносите, что это какое-то стыдное, что-то ужасное, никому показывать нельзя, никому рассказывать нельзя. Вот как вы вообще появились на свет и что вы из себя вообще представляете, если вы так думаете? Почему вы так плохо думаете о себе, о своих родителях, о своих детях, о своих гениталиях, в конце концов? Это такая же часть тела, как и все остальные. Ротиком вы кушаете, носиком вы дышите, попочкой вы какаете, а писей вы размножаетесь, да, вот так вот Бог нас создал, представляете? И это нормально, это часть нашей жизни. И я в своих видео, на своих тренингах рассказываю, как не просто совокупляться и детей делать, а как сделать из этого самую красивую, возвышенную часть своей жизни. Я учу, как любить мужчине, женщину, и как женщине любить мужчину. И от такой большой, светлой и чистой любви рождаются прекрасные, умные, здоровые дети. Такие, как у меня. Хотите? Приходите, я вас тоже научу.